Сегодня у нас в гостях прославленный футболист, многократный чемпион в составе московского «Спартака», московского «Локомотива», автор знаменитого гола «Ворота сборной Уэльса» и не менее знаменитой фразы, а ныне главный тренер футбольного клуба «СК Хабаровск» Вадим Евсеев. Вадим Валентинович, с успешным вас дебютом. Игра получилась кубковая? Ну, безусловно. Мы предполагали, что будет тяжело играть на выезде. Команда боеспособная лучше, организованная. Вот, нам было тяжеловато. Вот, в первом тайме, ну, у них лучше владел инициативой, да, мы старались выбегать в быстрой атаке. Но сказать, что были какие-то ворота у наших ворот, я не могу, только розыгрыш стандартного положения привел к ситуации, когда игрок чувствует, там мог завершить, да, где-то с вратарской площади. Ну а второй тайм мы, можно сказать, играли как бы уже по счету, да, еще забили второй мяч. В принципе, могли еще забить. Ну, соперник пошел как бы ва-банк, да, терять нечего. Опять же, это кубковая игра. И, в принципе, они, наверное, на гол там наиграли, потому что в конце опять подача шланга, завершение было. Поэтому такая кубка, боевая игра с очень хорошей организованной командой. Спасибо. Просто вопросы. Вадим Валентинович, вы недавно стали тренером Хабаровска и сразу упали вот в атмосферу дальневосточного дерби. Это первый вопрос, как вам атмосфера? А второй вопрос. В общем, здесь вы добились уверенной победы, 2-0 по счету, по крайней мере. Скоро совсем игра в чемпионате, и не думаете ли вы, что будут какие-то сложности с настроем команды на ответную игру, можно сказать? Я думаю, не будет, потому что чемпионат только начался, да, и команда много сыграла игр, где потеряла, можно сказать, невынужденные, да, очки. Поэтому все понимают, что надо набирать свое. Но опять же, надо заняться анализом предыдущих игр, анализом этой игры и делать какие-то выводы, делать, ну, поправки. То есть это рабочий момент. Спасибо. Еще вопросы? Пожалуйста. Иначе не могли бы комментировать? А что, я судья? Ну, все-таки он оказался судьбоносным, да, по итогам матча. Был он? Я, честно говоря, не понял. Был он или нет? Я тоже не видел. Был еще момент, когда ваш ворота не назначили пенальти. Вы тоже не сможете прокомментировать? Я говорю, я же не судья, я тренер. Ну, а каково вам вообще работать в команде, которая нарушает регламент, которая судьями, по всей видимости, работает? Как вы вообще вот это прокомментируете, свое назначение в команду? А вы кто, можете представить? Да, вы Иван Скобстру. Ну, ко мне какие вопросы? Ну, ваши вообще ощущения. Как бы, какую задачу команда будет решать в этом сезоне? Моя задача — поставить в команде игру, которая будет добиваться результата. Мы идем от честно добиваться, вы это хотите сказать. Ты что от меня хотите услышать? Вы меня делаете на провокацию, что ли? У меня первая пресс-конференция, вы мне начинаете. Иван, ты считаешь, что нечестно сегодняшняя игра? Мне неинтересно, спасибо.